Вы можете спереди садиться. Так, все, по машинам давайте. Спеціальне призначення Азов спільно з 37-м окремим підходом. Дякую. Дякую. Фу, тихо. Борода сидить. Лебединская, работа сейчас. Здесь останетесь. Украинского маяка. Ветра нет. На теперешний момент заехали, сейчас обосновываются, поменяли батальон Кривбас. Здоровья! Здорово, пастору! Физкульт, привет! Здорово, ладно! Нет, пан Александр с одного города. Это земляки. Да, Днепропетровск. Так, все. Ну что, как мы тебя отстроили? Это шедевр военного звезда. Так, тут хоть что-то видно, нет. Тут что видно? Да, обзор хорошим. Да, он вот так. То, что вы говорили, да, что обзор дороги и все остальное. Ну, большой, это на отделение. А они все равно знают позиции. Беспилотник поднял, и через 5 минут он представляет, что у тебя есть. Взор, конечно, здесь супер. Высота хорошая. Прикрывает артиллерия. Нет, правильно. Да. А у вас Донбасса, нет прикрытия. Да. Не, ну на Москву, у нас дело в том, что через Кубань зашла. Ну наша ж, наша. Да, подпитаться и вперед. Там вторая позиция. Левая с флагом. Да, это противоположный. Так это второй, да. Все остальные. Да, надо убирать все. Вот,